Наступил новый день, так расправь плавники и отправься в путь. В море все рыбы по течению плывут, но меня приключения зовут. Полное погружение. Город рыб в опасности, и нам нужен план. Что, что, подождите, подождите, что в следующей сцене? Дайте мне посмотреть, что будет дальше. Мы отправимся в прошлое, где еще нет Мурен. Увеличимся, вернемся обратно и надерем Муренам хвосты. Я, если можно сказать, на такой работе, хотя я это совершенно не считаю работой, я отдыхаю. Вот. Отдыхаю душой, отвлекаюсь и погружаюсь вот в мир волшебства, в сказки. Смотри! Это, наверное, та волшебная арка превращений, о которой говорил Дельфи. Альфа! Я думала, отец приказал тебе плыть к старой крепости и проверить слова Дельфи. Но пока я не твоя жена и буду говорить так, как считаю нужным. Святые кальмары! Похоже, из меня сварят суп! Совпадение? Не думаю. Смотрите, не пропустите. Это будет очень забавное, интересное, увлекательное путешествие в водный мир и, как ни странно, в мир нашей жизни. Полное погружение.